Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 1. Устно. Что больше и во сколько раз? Разность чисел 10 и 8 или их произведение? 10 умножить на 8 будет 80, а 10 отнять 8 будет 2. Чтобы узнать, во сколько раз она больше, мы 80 делим на 2. Получаем 40. 40 раз произведение чисел больше, чем его разность. Частное чисел 25 и 5 или их сумма. 25 плюс 5 будет 30, а 25 разделить на 5 будет 6. 30 разделить на 6 получится 6. В 6 раз сумма чисел больше, чем их частная. Сумма чисел 56 и 40 или их разность. Сумма 56 и 40 – это 96, а разность – это 16. 96 разделим на 16, получим 6. В 6 раз сумма чисел больше, чем разность этих чисел. Частное чисел 36 и 6 или их произведение. 36 умноженное на 6 будет 216. А частное 36, деленное на 6, будет равно 6. Если 216 поделить на 6, мы получим 36. Произведение чисел получается больше, чем частное, 36 раз. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.